Первый зампред Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов провели встречу с коллективом 121-го авиаремонтного завода и жителями в администрации теруправления «Никольское». Все озвученные проблемы были немедленно взяты в работу. Также в рамках встречи депутат Мособлдумы Лариса Лазутина отчиталась о выполнении программы партии «100 главных дел».